Покажи, что у тебя там. Семена. Знаешь, какие? Червячки. Все, теперь от нашего ЖК можно ездить на велосипедах до трапы здоровья. Кто видел предыдущее видео, как здесь все было, тот поймет. 4 часа работы, лопата, перчатки и человеческий труд. Мы прочистили дорогу. Здесь все было в крапиве, в такой кривой тропе, которую мы сейчас расчищали. И вот здесь сейчас велась борьба с растительностью, которая эту дорогу заполонила. Здесь было вообще невозможно пройти. Была такая узенькая-узенькая тропиночка. Вот, кому интересно, кто на велосипедах, теперь вы можете из нашего ЖК Томилина смело выезжать и проезжать до тропы здоровья. Ну или в Октябрьске, кому куда надо. Раньше мы ездили только по Новорязанке, через пограничную улицу. Теперь можно добираться и здесь. Конечно, осенью в сезон дождей здесь будет тяжело пройти. Вот, видите, как мы постарались. Вот, а так, в принципе, хорошая дорожка получилась. Она идет от улицы Свободы, дом 4, за проволокой, куда въезжают машины. Проволоку можно отодвинуть и вот попасть сюда. По бетонной дороге, а потом по тропинке. И вот она, эта дорога, ведущая на Октябрьский. Через высоковольтную линию. Долго идти? Да. Да, долго идти. На самом деле нет? Да. У всех так дети делают? Или только у меня? Да. Кроссовки приказали долго жить. Ехать к Каткаринскому карьеру, а оказывается здесь сложности с парковкой, а там стоит дальше проехать 200 рублей заезд. Какое время, за сколько мы дойдем до карьера? А он уже вдалеке виднеется карьер. Идти, в общем, здесь минут 10. 10-15. В зависимости от того, кто как ходит. Так что можно не платить 200 рублей, а дойти пешком. Если, правда, найдешь, где машину припарковать. Я так понимаю, что здесь выходные дни, аншлаг.
собачка потерялась. Где? Ну вот. Такие беседочки сделали. Там стоит, где? Ну вот там на фотографии была собачка. Где? Да, здесь облагорожено все. Песочек какой, смотри. Классный. Белоснежный. Потом красивый. Уза. Черно-коричневый. Он то рыжий, то белый. Он из белого. Какой большой карьер. А все, мы пришли. Белый. Водичка какая классная и прозрачная. И рыбки. Если бы я знала, я принесла бы хлебушек. У меня дома столько хлеба, я не знала, что здесь столько рыбок. У меня только сухарики. Сейчас попробуем их сухариками угостить. А у нас сегодня покупки из IKEA. Это два складных стула. Беленьких. Если понравится, купим третий. Вот такой стол. Сейчас буду его собирать. Сидушка для туалета. Так как у меня ребенок брезгует сидеть на этом, ему неудобно. Вот такая сушилка посудная.
покупал муж, что-то он не нашел к ней поднос. Поднос взял вот такой классический. Беленький. Сейчас буду заниматься сборкой стола. Покажу, что получилось. Распаковала стол, столешницу. Конечно, чтобы ей пользоваться, ее надо пролачить. Потому что, мне кажется, любая еда, которая попадет на нее, или нарисовано будет что-то фломастером, потом это не отмыть. Опа! Стол. Так. Мне, как всегда, задача собрать. Сейчас посмотрю, что тут к чему. Мы его соберем. Заложить перед началом сборки. Еще вот такие вот кронштейны на крепление, 4 штучки. Сейчас все, приступаем. Первый этап. Приступаем ко второму. Второй этап закончили. Теперь приступаем к третьему. Здесь потребуется вот это и плоские болтики, я так понимаю. 28. Да, плоские вот такие болтики. И что мы такое волшебное делаем? Делаем мы... А что это? И зачем это? Ну вот он, третий этап, но, честно, я не пойму. Ой, же получается, мы просто вкручиваем. Прямо в сам стол прикручиваемся. Получается, что так. Угу, то, что остаются одни ножки. Да, интересно. Ладно, сейчас будем крутить.